тебя зовут? Здравствуйте, меня зовут Ашуралиев Бубур. Расскажи, откуда ты к нам приехал? Я приехал из Тверской области, город Конаково. Расскажи, какой клуб ты представляешь? Клуб «Каракурт». Под руководством какого тренера? Под руководством Соловьева Максима Петровича. Расскажи, чем ты занимался, какой у тебя опыт? ММА занимаюсь в течение 2 лет. А где выступал? Есть какие-то соревнования? Так, открытых рингах по боксу, по ММА. Угу. Так, и расскажи вообще, в какой бы крупной организации ты хотел бы выступить? На правде, там, поп ММА. Поп ММА, да, стремишься? Ну что, ждем от тебя тогда яркий, зрелищный бой. И желаем тебе удачи. Итак, дорогие друзья, представляем бой по правилам К1, весовой категории до 66 килограмм. И приглашается боец, представляющий город Конаково, Тверская область, клуб «Каракурт». Приветствуйте, Ашуралиев Бабур! И его соперником станет боец, представляющий Республику Таджикистан. Он занимается в клубе «Резван ММА». Приветствуйте, Мирзоев Самон! Бойцы face to face. Пожали руки. Так, давайте. Так, давайте, бойцы. Оли боец. Оба футболки. Футболки, давайте футболки. Не, без разницы. Без футболки, да, без футболки оба. Чё за лев этот, Игорь? А как устал, брат? Съемка готова? Да. Да, готов. Бойцы на середину, пока не снимают. Хамара? Тенамет? Нет, хамура ардыша. Нагал ты, бабча? Пеш камера, а че на ее? Бойцы синего угла готов? Бойцы с красного угла готов? Так, время. Да. В этом бою нокаутом победу одержит боец из красного угла.